На высшем уровне управления те немногие, различающие символы, имеющие доступ к смыслам. Они регулируют план и исполняют замысел. Это нечисть, звездочет. Звездочет не потому, что звезды считает, а потому, что сутками напролет всматривается в небесную твердь и видит то, чего никто видеть не может. Давай подкрепимся, но туда и не пойдем. Нас ждут иные пути. Действительности все не так, как на самом деле. Ты талантливый соглядатай, но все же просто соглядатай. Вот и наблюдай, и понимай, о чем они там ведут. Муравьи. Меня больше интересует, что говорит мальчик, а не этот затерявшийся. Проверка документов. Предъявите паспорта. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? То есть как это? У всех есть паспорта? Абсолютно у всех. Возможно, они нужны тем, кто ничего не знает о себе. Уверяю вас, мы совершенно точно знаем, кто мы, откуда мы и зачем мы. И нам не нужны бумажные напоминалки о себе. Нет, ты видел эту новость? Если пропетлять, лучше этого места не найти. Тут паспорта не требуется. Сиди себе. Да сиди. Некогда нам сидеть и скучать. Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле. Правда, вместо доски противник играет на умах и сердцах по всей планете. Но суть та же. Расстановка шести сил. Красный лев. Посмотри на этих красавцев. С толку сбили и померли. Эти еще хуже учителей. Выгружают на голову тонны умного мусора. Выбрасывают полуправду. И какой результат? Мир летит в пропасть. А направление миру показывали философствующие идеологи. Так и хочется спросить. Ну что, человече, помогли тебе твои умники? Ты скажи, как их всех убедить? Не надо никого убеждать, уговаривать.
Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец. Как вообще все может быть? Запустим символы, все само сдвинется. Рычаг. Момент силы. Еще не поздно. Поздно будет, когда солнце на западе взойдет. Внимательно смотри вокруг и различай. Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «зачем?». Только постоянно спрашивая «зачем?», можно выйти по цепочке на самый верх главной тайне, разгадав которой все остальное станет понятным.